Приветствую всех фанатов прогрессивной донной ловли. С вами ваш Алексей Фадеев. В очередной раз хочу поговорить с вами, уважаемые рыболовы, о фидерных оснастках. И сегодня я хочу рассказать об оснастке, которая, в принципе, считается самой универсальной в применении фидерной ловли и, в принципе, той оснасткой, с которой лучше всего начинать осваивать фидер. Все дело в том, что тогда, когда рыболовы берут в руки прогрессивную донную снасть, они задают всегда вопрос, а с какой оснастки лучше всего начинать ловить? А вот с той, о которой я сейчас расскажу. И называется она петля Гарднера. Изобрел эту оснастку известный британский рыболов Стив Гарднер около 35 лет назад. И в принципе оснастка настолько широко вошла в обиход рыболовов всего мира, что имя Стива Гарднера воистину было увековечено тем, что на нее наверняка уже поймано десятки тонн рыбы в разных странах. Ну, на самом деле не десятки тонн, а намного-намного больше. И, в принципе, оснастка делается за считанные минуты и ловит практически все. Покажу, как она вяжется, расскажу об особенностях ее конструкции вообще в деталях. И главное, поймаю на эту оснастку некоторое количество рыбы, продемонстрировав вам, что она действительно заслуживает уважения и с ней нужно ловить на фидерную снасть. Перед тем, как начать вязать оснастку, хочу дать такой дельный совет начинающим рыболовам, которые вот только-только берут в руки фидерную снасть и пытаются ее освоить. Ребята, начинайте осваивать фидерную снасть с монофильной леской. То есть ставьте монофильную леску в шпуле своих катушек. Не начинайте ловить с плетеных шнуров, потому что плетенка создаст некую жесткость в снасти, которая в свою очередь повлияет на качество осваиваемых вами первичных забросов, и скорее всего на плетенке у вас, во-первых, будут обрывы кормушек, сходы рыбы и, что самое страшное, возможно, поломки самой снасти. Поэтому только леска. И из этого следует, что оснастки своей первой нужно учиться вязать на леске. И на леске, кстати, это делать намного проще. Именно поэтому петлю Гарднера я буду сегодня вязать на монофильной леске. Смотрите внимательно, усваивайте уроки Алексея Фадеева. Итак, приступим к изготовлению оснастки петля Гарднера. Вообще, мне часто задают вопрос: Алексей, на ваш взгляд, какая лучше всего леска для фидерной ловли для начинающих как бы по диаметру? Я говорю следующее. Лучше всего леска в диаметре 0,22 мм, синкинг, то есть тонущая. Просто с такой леской достаточно комфортно работать, то есть и вязать с нее оснастки, и она достаточно крепкая, скорее всего, будет. Поэтому, если вы вот начинающий, смотрите эту программу, и у вас мысль, какую же леску намотать, наматывайте леску 0,22. Сейчас очень много специализированных фидерных лесок, и доступных, и дорогостоящих. Это вы решаете сами в соответствии со своими возможностями. Вот я буду вязать из недорогой лесочки в диаметре 0,22 мм. Очень хорошо такой желтого цвета. Ничего страшного, рыба ее в принципе особо не видит, особенно если ловить приходится на глубине. Ну, также взял эту леску, чтобы и вам было лучше видно. Итак, после того, как вы пропустили леску через все колечки своего фидера и вывели ее непосредственно к себе, да, первым делом, что вы делаете, вы отмеряете от конца лески расстояние в 50-60 сантиметров. Складываете лески пополам. После отмеряете от сложенных лесок расстояние сантиметров 10, ну, не больше. Фиксируете это место пальцами, ну, как бы для себя визуально. После вяжете в этом месте узел с названием «восьмерка».
Почему восьмерка, а не какой-то другой? Просто, во-первых, восьмерка очень прост. То есть он вяжется очень быстро. Во-вторых, он не расплетается. То есть если я сейчас возьму два отрезка лески и потяну, видите, узел на месте, не расплетается, не раскручивается, не рвется, не деформируется, все с ним нормально. После вот в эту петельку просовываете вертлюжок. Просовывается вертлюжок достаточно простым таким дедовским способом, который раньше применялся, ну, в частности, у меня тоже, для крепления поплавка к основной леске, когда я только осваивал рыбалку вообще. Не было у меня ни кембриков этих замысловатых, или каких-то таких сложных крепежей двойных, да, или там тем более матчевых современных. А дело все просто. Внутрь вертлюжка пропускалась леска, и вот таким методом накидки вертлюжок проводился вниз. Таким образом, собственно, и проводится вертлюжок застежкой. Вот в это место будет крепиться кормушка. Теперь вот от узелка вы берете вот свободный кусок лески, который, от конца которого было отмечено 50 сантиметров, и делаете так называемый второй отвод, куда будет позже крепиться поводок. Принципиальный момент следующий, что длина вот этого отвода должна быть достаточно большой. И главное правило, которое здесь должно соблюдаться, что вы как бы визуально себе должны отметить момент, что здесь будет кормушка находиться, и вот этот отвод должен быть ниже кормушки как минимум на 2 сантиметра. Почему? Чуть объясню позже. Пока вяжем оснастку. Итак, вот я знаю, что моя кормушка, которую я буду использовать сегодня на рыбалке, она где-то по длине порядка 4 сантиметров, поэтому я визуально как бы проецирую здесь кормушку, далее отмеряю расстояние фактически в 25 сантиметров, опять же складываю здесь лесочки пополам и делаю маленькую петельку для поводка. То есть в это место методом петля в петлю будет крепиться поводок, опять же вяжу его своим традиционным любимым узлом восьмерка. Откусываю или отрезаю, кому как угодно, вот этот свободный оставшийся отрезок лески. Теперь сюда креплю свою рабочую кормушку. Оснастка готова к бою. Получился отвод, вертлюжок с застежкой, кормушка, отвод под поводок с маленькой петелькой. Видите, правило соблюдено. Если я отвод поставлю параллельно основной леске, ну как в данном случае, то маленькая петелька будет ниже кормушки более чем на 2 сантиметра. Этот момент принципиально соблюдать. Почему? Потому что если отвод будет сделан вровень, например, вровень с кормушкой, вот так он был бы связан, то во время заброса в соответствии с законами аэродинамики возможен перехлёст вот этого отвода о кормушку. И в связи с этим будет запутывание поводка. То есть поводок просто запутывается. И в связи с этим, ну, как бы оснастка перестанет функционировать, она, ну, как бы потеряет вообще свою ценность. В связи с этим, для того, чтобы не было запутываний, для того, чтобы поводок не запутывался за основную леску, для того, чтобы на вываживании у вас узелок не бился в кормушку, опять же, не было запутываний, нижний отвод под поводок должен быть ниже как минимум на 2 сантиметра. Да, я повторился практически 3 раза, но запомните, это правильно и так должно быть. Оснастка готова к бою, сейчас покажу, как правильно к ней крепить поводок. В маленькую петельку отвода оснастки провожу крючок, к которому привязана поводковая леска, собственно, сам поводок. Вообще, длина поводков для начинающих лучше всего 30 или 40 сантиметров. С такими поводками и заброс легче освоить, и поклевки достаточно зрелищные в обозрении. Поэтому, если вы только берете в руки фидерную снасть,
и вяжете свои первые поводки, не делайте их больше 30-40 сантиметров. Итак, далее в петельку поводка опять же завожу еще раз крючочек и затягиваю. На конечной стадии затягивания помогаю себе, чтобы лесочки свободно прошли сквозь узелки, не травмировались. Оснастка готова к бою. Оснастка петля Гарднера способна ловить все виды рыб. Нет такой рыбы, которая не могла бы клюнуть с этого монтажа. Карась, карп, сазан, лещ, плотва, густера, окунь и так далее. Она настолько проста, что ее можно связать буквально за 2 минуты и уже через некоторое время начинать с ней ловить все, что вы только захотите. Нюансом этой оснастки является ее повышенная чувствительность к поклевке. Вот именно поэтому ее и советуют для начинающих, чтобы начинающие как можно быстрее почувствовали кайф, драйв и эмоции от дребезжания квивертипа, сигнализирующего, что на крючке сидит рыба или пытается съесть вашу насадку. Чувствительность образуется за счет того, что основная леска никак не соприкасается с кормушкой после того, как кормушка погрузилась. Она в буквальном смысле находится вблизи ее. Поэтому, уважаемые рыболовы, пользуйтесь этой оснасткой. Пользуйтесь и наслаждайтесь фидерной рыбалкой. Ведь по зрелищности, увлекательности и простоте одновременно лучшей оснастки это не изобретено ничего. На петлю Гарднера можно ловить рыбу практически любого размера. Поклевки очень зрелищные, очень симпатичные внешне. И радость ликует от каждой пойманной рыбки, потому что оснастка классно работает. Уважаемые рыболовы, пробуйте оснастку петля Гарднера в своей практике. Наслаждайтесь от фидерной рыбалки. А с вами мы увидимся скоро на новом водоеме в программе «Английская донка» с Алексеем Фадеевым. До новых встреч, друзья!